Это видео с восторгом расшаривают в съедомых пабликах. Ну как, Скорпионс, жовто-блакитным стягом. Интересно, я лет 10 назад беседовал с музыкантами и как раз спрашивал про политику, ну, про всю эту движуху с Wind of Change, Горбачев, перестройка. И они сказали, что завязали они с политикой, неинтересны им, разочарованы. Более того, вообще, в принципе, изменились, пить перестали. Что для рок-музыкантов вообще не совсем обычно. Пить они перестали. И вот сейчас концерт в Польше. Жовто-блакитный флаг на сцене. Я понимаю, что там кто-то вынес, наверное, как обычно это делается. И из вежливости надо было помахать. Но если будет возможность, спрошу у них. Не развязали ли они случайно? Не стали ли они бухать тоже? Говоря об энергии, наверняка в обычной жизни вы ведете себя хорошо. Ну, потому что взрослые люди, все семейные, не пьете ничего, кроме простой воды или фруктовые соки, но вы рок-звезды. Так что должны притворяться, что пьете еще что-то, кроме воды. Так что же это? Что является вашим топливом? Я предпочитаю быть в форме, поэтому все, что мне нравится, это то, как я выгляжу. А в моем теле столько наркотиков и алкоголя, что мне больше не нужна будет заправка еще как минимум следующие 3 жизни. Мы уже настолько от этого далеки. Да, мы выросли из всего этого. Ну все же вам нужно что-то, хотя бы даже чай, чтобы поддерживать свою энергию на столь высоком уровне. Нет, сейчас лучшее, что ты можешь сделать, это держать себя в форме. Если не занимаешься спортом, не сможешь сделать многих вещей. Наверное, когда тебе 20 лет, тело еще справляется с нагрузками. Но мы все знаем, что после пьянки еще 3 дня восстанавливаешься. В общем, что делать? То, что мы делаем, чтобы участвовать в турне, надо держать себя в форме. А что вы обычно едите? У вас есть любимые блюда? А в турне, в дороге, бываем, едим, что попало. Мне нужна шоколадка, хотя, ну, чтобы пережить перелет. А то иногда случается, что не поел, а тебя там уже и не накормят. Ты же не можешь послать, принести тебе поесть в Аэрофлоте или Люфганзе. А что вы обычно едите? У вас есть любимые блюда? Да, конечно. Что, простите? Блюда русской кухни. А нет, еще не успели, мы только вчера прилетели. Вы же были здесь и раньше. Да, конечно. Икра, русская икра. Водка с икрой? Уже только икра, время водки для нас прошло. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.